Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам основные мифы про чипирование домашних животных. Чипирование домашних животных – процедура, которую в странах Запада использует практически каждый владелец кошки или собаки. У нас же к ней относятся настороженно, виной тому мифы и предрассудки. Давайте попробуем разобраться, что из слухов про чипирование правда, а что нет. Сам по себе микрочип никаких излучений не производит, а значит навредить здоровью животного не в состоянии. К тому же его размеры очень малы. Как правило, микросхема заключена в капсулу из биостекла размером с рисовое зернышко. Через неделю после установки она обрастает соединительной оболочкой. Тем, кто все-таки очень сильно переживает за здоровье питомца, специалисты рекомендуют во время каждого профилактического осмотра у ветеринара просить врача установить точное местоположение чипа и, соответственно, тщательно осмотреть данную область на предмет опухолей. К сожалению, по микрочипу определить местоположение животного нельзя. Микрочип содержит уникальный идентификационный номер, который заносится в базу данных вместе с важной информацией о кошке или собаке. Так, например, по микрочипу можно узнать дату рождения, пол, породу животного, контакт его хозяев. Если ваш питомец потеряется, просканировав чип и получив данные с него, волонтеры смогут вам его вернуть. Информация с микрочипа заносится в специальные базы данных, доступ к которым имеют только специалисты. В интернете можно найти, какой идентификационный номер микрочипа к какой базе данных принадлежит. Также публично указываются основные сведения о собаке, контакты той организации, которая ее чипировала. А вот уже связавшись с организацией, можно получить контактные данные владельца. Чипирование – это установка идентификатора и внесение информации о животном в частную базу данных. Никакой государственной регистрации данная процедура не требует. Чипировать питомца может не только владелец, но и его родственники. В случае с бездомными животными сделать это могут представители приюта или ветеринарной службы. Чипировать своего питомца или нет – личное дело каждого владельца. Однако, прежде чем принимать решение о такой серьезной процедуре, необходимо как следует изучить ее, а также, если необходимо, избавиться от всех предрассудков на ее счет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!